Всем привет, я всем привет, с вами Дэвид Про7, и это Friday Night Funkin' Indie Cross. Да, сегодня будем проходить последнюю неделю, самую сложную, чернильный демон. Если точнее, с чернильным демоном. Без лишних слов, погнали. Возможно, мне надо было отключить уникальные стрелки, но да ладно. О, мы появились и сразу умерли. Если что, вот этот туннель появляется только когда ты умираешь. Ничего себе, это лох, трусы, горох, ха-ха-ха. И это... картонка. Ну, собственно говоря, а почему бы не попеть с картонкой, а? Почему бы не попеть? Подожди, а мы вообще с стрелками пользоваться будем или просто будем радио слушать? Так. А, типа песня радио, и мы повторяем за ней. Я понял. Интересно, почему он, зачем он захотел попеть с картонкой? Ну ладно, точнее с радио. И он видит какое-то жуткое помещение, где висит картонка неизвестного персонажа. Судя по тому, что его мотало туда-сюда, возможно, этот персонаж живой. Ну или такой есть. И возможно, ему не понравится, что ты бьешь его картонку. Ну ладно, в нашем случае он просто услышал это. Вот что бывает, когда дебилы делают дебильные вещи. О, просто. А, это продолжение уже песни, ничего. Ничего себе. Я сзади вижу радио, возможно, мы перенесли в другую комнату. За ручку взял вот это. Понес. Скорее, я же не один под... О, подожди! Он тоже умеет! Это... перемещать наш прогресс снизу, я имею в виду, своими стрелками. Я бы мог сказать, что это нечестно, но... но мне кажется, это даже честнее, потому что, ну, мы же можем, почему он не может? Если бы он еще не использовал уникальные стрелки, которые появятся скоро, то тогда было бы вообще честно. А, кстати... Привет, Бенди. Кстати, скажите, тут Бенди настолько крутой, что... даже... Подожди. Ладно, после катсцены расскажу. Нифига себе, топор взяли. Ну, спасибо хотя бы, что завуалировали, а то мне пришлось на монтаже. Подожди, я хочу сказать, Бенди тут настолько крутой, что даже его лицо стоит на логотипе игры, я имею в виду, вот, на иконке, все, продолжаем. Теперь у нас Сэмми стоит с топором из жопы. Несмотря на такие медленные стрелки, мы с тобой начинаем понимать, что означает легкий уровень. Не то, что у некоторых ширококосных. Возможно, в конце нас все равно перекинут на сложный уровень.
самым последней песней. Мне кажется, или мы громче, чем огромный здоровый черт, который буквально черт. Так, подожди, мы слишком... подожди, длинные стрелки не заполняют. Не мешай. Дай угадаю, в более сложном режиме он бы закрывал стрелки, да? Так он просто нас пугает. Да, я уверен. На нормальном или сложном уровне, или адском уровне... Вот это, что написано тут, стандарт. Возможно, он бы еще стрелки загораживал. Хорошо, что мне не пришлось за ним постоять. Да отойди ты! Спасибо! Вот это уже нечестно, я хочу сказать, что длинные стрелки... А, не, они заполняют. Я хотел сказать, что длинные стрелки ничего не заполняют. Я не слышу песни, но часто это... Так, вот теперь я слышу хорошо. Мне нравится эта песня. Используем спам! Оп! Я выжил! Да отойди ты, говорю! Ты не мешай! Ну что ты? Ну ё-моё! Кстати, у парня такое странное лицо, он такой смотрит. Чё за... В общем, ты видел, у парня лицо как будто он смотрит. Что за фигня? Ох. Банда мясников. Вот сейчас начнется звездец полнейший. А их что, много было? Я вроде знал, что каждого члена банды по одному было. Подожди. Ох, сейчас будет. Придется бить, уклоняться. Подожди, механики. Левый shift. Атака с левой стороны, правый, все понял. А где черный? Подожди. Он же должен был орать черный стрелок. А, вот черный стрелок. Ох! Если черный стрелок, не надо нажимать. Смотри, как он напрягся, парень, я имею в виду. А где банда, кстати? Она же должна была прийти и начать нас бить. Возможно, на легком режиме его нет. Или на стандартном режиме новых механик. Так я не нажимаю. Я не нажимаю черный стрелок, это хорошо. Возможно, вы даже не видите, что он делает. Хотя, учитывая, насколько хорошо я играю, вы 100% видите. Давай так, если я не буду нажимать на черные стрелки, я расскажу, что они делают. Почему это не конец? И такое ощущение, будто уже конец песни, но это не конец. Хотя мое заполнение быстрее, чем было. Вот, я не нажимаю, чё? Отойди, по-братски! Так, черные стрелки хитрят. Вах, я не нажимаю. Уже второй раз, как будто песня заканчивается, но сверху видите прогресс самой песни, она еще не закончилась. Еще одна треть, и мы просто стоим.
Один улыбается, второй... Как будто ему на экзамене сейчас. Опять? О, черные стрелки, совсем черные. Я боюсь нажимать на эти очень черные стрелки. Возможно, они меня убьют сразу. Так что надо быть аккуратнее. Вот эти. Я даже на черные стрелки нажимал. Ладно, расскажу, что они делают. Если что, черный стрелок нажимаешь, какая часть экрана заполняется чернилами. Если ты нажмешь вроде три раза, то весь экран заполнится чернилами, и ты проиграешь. Дружище, не думаю, что это похоже на человека-бомбу. Мне кажется, это и первый персонаж в модификациях этой грёбаной игры, который смог нанести столько урона пацану. Обычно никто так не делал. Так и не говоришь, что он победит. Нет, ну это уже нечестно, серьёзно. Подожди. Подожди, стоп, не понял. А где... Должна была быть еще песня, где он бежит по коридору. Так, я прошел Инди Кросс. Остаются дополнительные песни, которые мы тоже пройдем, но, возможно, уже в следующей серии. Ну, а пока досмотрим титры. Я даже микрофон отключу, чтобы вы насладились. Инди Кросс еще вернется. Интересно, что это значит? Кстати, название игры теперь просто Инди Кросс. А не Инди Кросс какая-то песня. Что это? Все. И мы прошли все песни. Остается дополнительные. Story Songs, это... Так, сейчас посмотрим, подожди, одну секунду. Вот, три песни Cuphead, четыре песни Sansa. Последний, с которых мы не открыли. И три песни Бенди. Посмотрим, что в бонусах. Мы их не будем проходить, но просто посмотрим. Это, возможно, Бенди. О! Ритуал. Так, подожди. Это... Я так понял, как мы и Бенди бежим по коридору. Это... Ладно. Все, не буду спорить. Потом уже посмотрим. Давай. Ну да, с вами был я, DavidProsh7. Не забывайте ставить лайки, подписываться на канал. Писать комментарии, можете ничего не писать, можете что-то писать, если хотите. Да, с вами был я, DavidProsh7. Всем удачи и всем пока!